Доброго времени суток всем, дорогие коллеги. С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, международные директора. Вот. И в этом видео я бы хотела вам показать на заказ по VIP. Эту продукцию я заказываю 70% скидочкой. Накопилось у меня четверо колготок детских и двое взрослых и одни леггинсы. Итак, для начала я заказала колготочки Flarange, это не по VIP, как раз таки эти колготочки. Хочу сказать, что я заказывала 3 штучки, они были в разделе промо-акции, но скорее всего их можно также найти. Артикул 329-663. Я заказала эмочку 40D. Хочу сказать, что очень хорошие колготки, хорошего очень качества. Ничуть не хуже, чем Faberlic. И очень благодарна, что компания Flarange присоединилась к Faberlic. Теперь у нас широкий ассортимент купальников нижнего белья. Все это со скидкой 20% от цены каталога. И, конечно, это очень-очень радует. Также колготочки проложены картоночкой. Вот, и такие вот они крепенькие, 40D. Кстати, вот поставила недавно затяжку, и эта затяжка, она не порвалась. Она не порвалась, все здорово, все классно. Вот даже если показать на ноге, то вот остается такая вот, как сказать-то, даже дырочка небольшая, маленькая, да, вот видите, чуть-чуть совсем ее незаметно, и колготка у меня почему-то не поехала. Колготка не поехала, мне очень это понравилось, а до этого я, конечно, затяжек не ставила. На них, вот, это вторая пачка, которую я при вас открываю, да, как вы видите, тут идет ластовица немножечко, да, вот. Давайте с вами сфокусируем чуть-чуть, что-то вот есть такое вот, да, вот эта полосочка. Они идут крепкие, упругие, хорошо тянутся. Широкая резинка, которая не делает объема на талии, да. И самое классное, вот эта широкая резиночка, она не так сильно в талию впивается, как вот впиваются эти тоненькие, да. А что еще хорошего в этих колготках? Они реально упругие и хорошо подтягивают животик. Хорошо подтягивают, собирают, да, дамочки, у которых есть животик. А я хочу сказать, что я их ношу так, что одеваю их. Поверху, если у меня облегающее платье, то вот резиночка немножечко туговата, она впивается в талию, но эффект гусеницы не происходит, потому что я на это место одеваю тоненький поясочек, какой-нибудь золотистый или черненький, без разницы. Тут идет хлопковая ластовица, как вы видите. Ну, хорошие, крепкие, качественные, добротные такие колготки. Великолепно, мне все нравится. Они идут, я так понимаю, в двух размерах, да, натуральный цвет и нойер, это черный. Состав у них идет 86% полиамид и 14% эластан. Хорошо растягиваются, но они упругие, они держат форму, да, то есть их привилегии, как сказать-то даже, да, гигиеническая ХБ, ластовица у них идет. Потом, значит, трусики, шортики, ультраплоские швы и невидимый носок. Да, как вы видели, практически ничего на носочке нету. Маленькая, еле-еле заметная такая была полосочка, которая растягивается, ее практически незаметно. Следующее, что я взяла, это я взяла уже по VIP. VIP-консультанты, если делают заказы более 18 каталогов, имеют право заказывать продукцию с 70% скидкой, причем два продукта с 70% скидкой, что очень здорово и классно. И, конечно же, у нас опять выпал снег, хотя уже скоро апрель, но у нас выпал снег. Также вот видите, картоночкой проложенные. Я заказала такие вот себе леггинсы, вот, потому что те уже, которые я носила всю зиму, они начали немножко скатываться, то есть через 3 месяца леггинсы скатываются. Эти леггинсы идут теплые, хорошие, как раз на нашу погоду. Я очень люблю носить свитер длинный, чуть выше колена, и одевать леггинсы. Да, тут идет такой вот начесик великолепный, классный. Вот, также идут все плоские швы посерединке, да, вот видите, тут нету хлопковой ластовицы, но я думаю, что она не нужна. Вот, да, то есть, как вы видите, все швы плоские, качество очень хорошее. Я ношу с удовольствием, мне очень-очень нравится. И, если честно, то я буду заказывать в следующем году их снова и снова. Вот сейчас, к примеру, я иду в магазин, и попа в тепле,
и фигурку стройнят черные леггинсы, да, и вообще здорово и классно. Также они не создают объем на талии, как видите, широкая резинка, плоские швы, вот они как раз объем на талии не создают, а гармошкой не становятся. То есть они теплые, с начесом, 200 ден. Вот как раз на нашу уже погоду, вот аннотация. Артикул у них 815-14, размер троечку я ношу, вот, и вот все их привилегии, да, то есть ластовицы есть на XS и S, в размерах ML и XL, два шва сзади, да, и, конечно же, плоские швы. Вот такая хорошая вещь, стирать при 30 градусах, написано, состав 54% хлопок, 38% полиэстер, 8% эластан. Вот такие хорошие колготочки. Приятные упаковочки. Ну и, конечно же, свою лялечку маленькую, нам 3,5 годика. А мы ростом 1 метр, но мы полненькие девочки. Мы пошли в папу, мы крупненькие. А я заказала вот такие вот колготочки, двое белых. Какие-нибудь утренники, да, будут проходить. И двое вот таких вот фиолетовых, лиловых. Ну, лиловые я заказала, потому что никаких других уже не было на складе. Я решила лучше это, чем вообще ничего. Вот, цвет, в принципе, нормальный, не яркий, не броский и не маркий. Вот это мне очень даже и понравилось. Вот у нас, значит, идет ростовочка 116-122. Вот именно она нам и подходит. 116-122. Вот так вот тут выбито все. Очень хорошие колготки, очень мне нравится, также их стирать при 30 градусах. Ну и давайте с вами одну из упаковочек распечатаем, что же там внутри, посмотреть. Да, это детские колготки. Во-первых, состав у них идет 82% хлопок, 8% полиэстер и 10% спандекс. Да, вот Россия, эксклюзивно, Никопольская, дом 4. У белых колготок артикул 815-69, у лиловых колготочек артикул 821-26. Обе упаковочки, все 4, вернее, упаковочки у нас с вами идут 116-122. Они нам в самый-самый раз. Мне кажется, что осенью я уже буду заказывать следующую ростовку. Вот так вот они распечатываются. Тут также проложены картоночкой. Да, ну вот абсолютно идеально белые колготочки. Толстый шовчик. Это очень важно. Тут ниточками, я так понимаю, вышито, да? Да, это вышито ниточками размер. Вот очень хорошо, что для детей не делают вот эти вот тонкие колготки, да, вот тонкие швы. Тонкую резинку, потому что когда впивается в детский животик что-то, то это получится 100% несварение, потому что детский организм более-менее ко всему к этому подвержен, и мне кажется, что плотная толстая резиночка — это самое-самое то. Вот что хочу сказать, относив 4 месяца эти колготочки, у нас появилась дырочка вот тут вот на носочке сверху, да, то есть вот прямо где большой пальчик, и в принципе, все. И немножечко растянулась попочка. Поэтому я считаю, что это не показатель плохого качества, это наоборот показатель очень хорошего качества. Потому что посмотрите, какие швы, как все идеально. Что снаружи, что изнутри. Они идут плотные, но без начеса. Да? Вот пяточка, все тут есть, здорово. Спереди, как это зад, сзади две полосочки, спереди, как вы видите, одна. И даже если их вывернуть, то внутри и то все качественно ровно прошито. То есть прям Faberlic — это стандарты качества во всем. А детская одежда также проходит все ГОСТы и Санпины, как мы с вами знаем. Поэтому можно не бояться покупать деткам. И, кстати, доставая из упаковки, я их не стираю. Не стираю именно детские, потому что они практически не имеют никакого запаха, ничего. Может быть, конечно, надо стирать, но вот я никогда не стираю капроновые колготки, никогда не стираю детские колготочки, потому что, ну, я считаю, что это не надо. Одежду детскую я могу перестирать, которая приходит, ее меряют и все такое прочее. А вот колготочки, ну, видно, что их не мерили, ничего. Вот. С вами была Оконнова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Спасибо за внимание, дорогие коллеги.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, становитесь VIP-консультантом. И тогда вам будут доступны и новинки за 2 недели до начала каталога. И, конечно же, вам будут доступны такие крутые скидки, как 70% на любой продукт. Сначала на один, потом на два. Всем пока-пока. Спасибо.